монолога «Последняя поэма» началось выступление сборной педуниверситета. Программа называется «Полное собрание сочинений». Оно в себя включает очень многие компоненты. Для каждого полное собрание оно свое, но для нас оно вот такое, которое сейчас идет на сцене. У нас затронута литература, война, так как этот год посвящен у нас литературе и юбилею, получается, со Дня Победы. Сцена превратилась в библиотеку, ведущие в молчаливых хранителей книг, пантомима, связка между номерами. Всего в концертной программе 29 номеров. Ну, мам, ну перестань волноваться, я взрослый, я сам решу все свои вопросы. Да, мам, почему не отвечала? Все хорошо, двоек я не получала. Приветик, мама, а у нас тут весна, танцы, песни, репетиции до ночи. Мне тут сказали, что у меня талант, но я все равно работаю, что есть мочи. Раскрыть талант, показать творческий потенциал. Тут весна каждому предоставляет такую возможность. В постановке педуниверситета участвуют более 100 студентов и выпускников вуза. Смотришь, когда на какие-то, ну вот номера даже из кулис, все равно прямо слезы наворачиваются от самого номера. И, конечно, то, что за ребят рада, что все хорошо идет, все нормально. Волнение, ответственность. У нас военный номер. Это все эмоции. Мы переживаем. Это незабываемые чувства. Это моя первая гала-концерт. Конечно же, волнуюсь очень сильно, но это такие эмоции, такой драйв. Для меня тоже это вообще первая студвесна, это первый курс. Мне кажется, у меня просто вообще, я не знаю, это не описать словами. Это вообще прям очень волнующе, очень напряженно, ибо это вообще огромный груз ответственности. В прошлом году в номинации «Гала-концерт» сборная педуниверситета завоевала звание лауреата второй степени. В этом году ребята намерены шагнуть дальше. Победители вузовской студвесны отправятся во Владивосток участвовать во всероссийском конкурсе.